Всем привет, ребята! Поговорим о черешне, сорт «Бычье сердце». Посажен 7 лет назад. Очень плохо принялся, конечно. Регион, сразу говорю, Краснодарский край, Темрюкский район. Чтобы в каждом районе по-своему принятие этого сорта. То есть созреваемость. Извините, что видео получилось с помехами, шум. На данный момент 16 апреля. Черешня уже более половины отцвела. Даже, скажу, ребята, завязалась. Вот смотрим, допустим, вот эти. Ничего не завязалось. Как проверить? Нажимаем. Не завязалось. Большинство черешни завязалось. Вот это завязалось. Данный сорт очень крупный. Боится очень. При созревании боится дождей. Не знаю, как получше снять. Дует ветер. Еще раз повторяю. На 16 апреля вот такое цветение. Сорт, еще повторяюсь, средние раны. Самый ранний у нас это майка. Но это из самых первых после майки. Вот такой сорт. Уже, честно говоря, четвертый год пытаюсь. Думаю его уже срубить, потому что он мешает дереву. Он неровно посажен с этими. Всем пока и до свидания. Короткое видео.